нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ой, отличненько получается. Интересно, и что же тут у нас получается? Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Зубок. Здравствуй, Антон. Здорово, что ты пришел. Ты мне сейчас как раз очень нужен. Интересно, и зачем я тебе понадобился? Ну как зачем? Мне твоя помощь нужна. Ты ведь рисовать умеешь? Ну, вообще-то, умею. Да нет, не просто так рисовать, а красиво. А, красиво. Угу. Ну, если постараться, если очень постараться, то может и получится. Так ты постарайся, хорошо? Ну, хорошо. А что надо нарисовать? Да не что, а кого? Всех наших друзей. Коксика, тетушку Матильду, енотыча, Шуню. Ну и нас с тобой, конечно. Эй, сумеешь? Ну, я даже не знаю. Ладно, ладно, не расстраивайся, я тебе помогу. Тут главное, чтобы весело было. Так, вот бери желтый лист бумаги. Так. И начинай рисовать. А, кажется, я начинаю понимать. А я ничего не поняла. Здравствуйте! А что вы тут делаете? Здравствуй, Шунечка. Привет! Мы делаем одну очень важную вещь. Да, нам вчера о ней ежик Чуха рассказывал. Ой, как интересно! А я об этом ничего не знаю. Не знаешь? Странно. Ну ничего, сейчас мы все расскажем. Итак, как-то раз зимой решил заяц Хвостик навестить своего друга ежика Чуху. Как здорово, что в гости я бегу! Я даже день один прожить без друга не могу! Как здорово, что в гости я бегу! Без друга прожить я не могу! А, это ты, Хвостик! Здравствуй, дружище! Чуха! Ну что ж ты сегодня на полянку-то не приходил? Мы там такую игру придумали! Некогда мне было. Как это некогда? Ой, а может ты холода испугался? Ничего я не испугался. Просто знаешь, о чем я подумал? О чем? Зима пришла. Солнышко так ненадолго стало к нам заглядывать. И это точно. Ну что сделаешь? Хотя с солнышком, конечно, веселее. Вот и я так решил. И знаешь, что я придумал? Смотри. Ух ты! А что это такое? Это солнышко для друзей. Я на нем веселые портреты своих друзей нарисую. И твой тоже. Просто я еще не успел это сделать. А зачем? Как зачем? Вот пойдешь ты по зимнему лесу, а тут солнышко, как настоящее. Да еще и твой портрет нарисован. Очень красивый и веселый. Тебе приятно будет? Еще бы, конечно! Вот я и решил, что будет у нас в лесу такое веселое солнышко светить даже тогда, когда настоящее солнце за тучами прячется. Это подарок всем моим друзьям. Вот здорово! Ну ты молодец, Чуха! Слушай, а что, если я тоже такое солнышко сделаю, а? Я думаю, это будет очень даже хорошо. Тогда наш лес станет самым солнечным и самым веселым. И никакая зимняя стужа нам не будет страшна. Вот об этом я и говорю. Друзья так и решили. Они тут же принялись за дело, и уже через день в лесу висело много прекрасных, радостных солнышек. И каждому, кто их видел, зимний день казался по-особому теплым и радостным. Так вот, оказывается, что вы тут мастерите. Я теперь поняла. Какой же ты молодец, Зубок. Почему только я? Антон тоже старался. Он как красиво тебя нарисовал. Отличный портрет. Ой, а можно и я буду вместе с вами солнышки рисовать, а? Ну, конечно, можно. Вот тебе бумага, фломастеры, начинай. Только сначала попрощаемся с ребятами.
До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам доброго, друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит.